В сеть попали фотографии с места съемки новой работы, в которой принимают участие Эммануил Виторган и Андрей Чернышов. Поклонники обеспокоены внешним видом 47-летнего мужчины. Они считают, что артист болеет, поэтому сильно похудел и осунулся. Однако сам Чернышов опроверг сплетни. Многодетный отец Эммануил Виторган недавно выложил кадры со съемочной площадки на Украине, где снимается в новой киноработе. Компанию народному артисту составил актер Андрей Чернышов. Однако вид 47-летнего артиста сильно обеспокоил фанатов. Мужчина потерял свежесть в лице и выглядел исхудавшим. В беседе с Пятым каналом знаменитость объяснил, что он, наоборот, старается поддерживать здоровый образ жизни и ничем не болеет. «Это ерунда какая-то. Не знаю, и фотографии неудачные, мне даже сказать нечего. Смешно. Я, наверное, похудел, потому что весной участвовал в шоу «Танцы со звездами» и стараюсь поддерживать себя в хорошей форме», — сказал Чернышов. Инсайдеры также утверждают, что прославленному актеру болезнь навязали недоброжелатели. Спикеры рассказали, что из-за плотного графика и частой смены ролей 47-летний Чернышов то быстро худеет, то добирает вес до привычных форм. «Андрей увидел все эти заголовки сегодня, жуть, что пишут. Уже и болезни ему навязали. Все с ним нормально, ему нужна сейчас такая физическая форма для роли, он сидит на диетах и часто пропадает в спортзале. Пожалуйста, оповестите народ, чтобы панику зря не поднимали, а то у Андрюши волосы дыбом от таких новостей», — пояснил рассказчик.